Стас, да вы ювелир. За деньги, да. Загладили. А можно мне так же погладить, а? Да нормально, нормально, не переживайте. Стас-бас, единственный в мире малый Стас-бас. Ну что, у нас новый выпуск начинается весело. Как вы помните, в прошлой серии мы разбили лобовое басухой. Но под сними, как мы едем. Придерживаем. В общем, дорогу мы держим до Казани сейчас. Ехать нам 2 часа вот с таким вот лобачом, который еще от ветра изгибает. Короче, серия, как обычно, обещает быть жаркой. По-другому делать не умеем. Готовьте себе кофеек, чаек, печеньки, пряники. А мы начинаем этот выпуск. Ведь это серия фильмов от Стас Баса «Автозвук по стране». Я выбираю жить в КАИ. 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 Ну вот мы уже и на самих соревнованиях, которые проходят в Казани. Здесь кубок Поволжья. И я предполагаю, сегодня будет очень много автомобилей. Мы уже заехали на площадку. Тут, в принципе, достаточно... Блин, ну... Если не сказать, что вся парковка усыпана тачками громкими, то это ничего не сказать на самом деле. Я думаю, что сегодня будет очень много соперников в моем классе. В классе Bus Race, как вы помните, в котором я первое место занял на предыдущих соревнованиях, думаю, тоже будет очень много автомобилей. Сегодня будет жаркий день. Я еще и не спал, как обычно, перед соревнованиями. Состояние, ну, максимально напряженное. Новое лобовое стоит, которое непонятно, стрельнет сегодня или нет. Сегодня будет просто максимум контента, я вам точно могу это обещать. О, кстати, смотрите по проектам, пока здесь еще достаточно тихо, можно посмотреть по участникам. Он, кстати, по-моему, в моем классе как раз этот человек. Там по-любому квазар, 100%, прям даже далеко ходить не надо. Вот эта вот тачка в моем классе, у него просто, ну, ебанутый рез. У него 4 SVL-15 стоит и, по-моему, 2 квазара, если я не ошибаюсь. А есть хозяин машины? Че все отходят-то, ё-моё? Здорово. Да пока тихо, решил записать, хоть машин показать. Так поговорить можно, да? Здорово, Олег. Здорово. О, Олег Бакраев, чемпион класса, где? Да, это шутка, если что, раз такая, да. Ну, многократный чемпион, тем не менее. Мы уже давно с Олегом знакомы. Ты сегодня на машине? Да, только это сейчас уеду. А что? На руки вверх в конце. В этом году как-то уже мимо все, короче, получилось. Ну, слушай, в этом году вообще просто ёбнутые какие-то резы. Вот сток-класс, например, стоит у него там рез, ты знаешь, да? 166, блядь, ну это пизда просто. Люди по квартирам кладут на такой автомобиль. Сколько? 2 квазара у него, Q30, по-моему, стоит. Ну да. Это пиздец. Только КПД люди забыли вообще. Сейчас нам Олег покажет ТУ-ху, которую он собрал. Ты в этом году, да, Олег ее собирал? О, алмаз. Здорово. Алмаз шоколадный глаз. А вот это, короче, все вот так вот выезжает сюда. Ага. И потом обратно заезжает. А это 25-ки, что ли? 25-ки, да. Ничего, я, кстати, их не видел. Так я их сам сделал. У них катушки 2 дюйма, да? Да, да. Ну, я вижу по колпакам, что такие здоровые. Да, ну там в салоне маленько пока это, беспорядок. А это саботаж, да, или какая? Да. Угу. Но мы пока только по руки вверх ездим, поэтому вон Серега лежит на жопу. Нормально. Иди присядь, место посмотри, сколько, блядь. Сиденье от мини-купера. Все собираемся. Ох, ну слушай, да, вообще тут кошерно. Ну ты, Олег, стену сюда поставь, я посмотрю, как ты так же будешь сидеть. Кошерно. Потом посмотришь, Олег. А пока там ничего сзади нету, поэтому можно располагаться как тебе по кайфу.
Кубок Поволжья. Не, кайфово, кайфово. В городе Казань. Забирал уже что-то? А я только по руки вверх мотался. А, то есть ты, ну, да, не замирал, да, даже? Первый раз, да. Короче, нашел я хозяина этой самой приорки, которая бешеные цифры показывает. В моем классе, да, но это бешеные, слышишь? Бешеные — это 165 на финале. Ну как бы с бешеной мощей и бешеные цифры. Нет, не бешеная моща. Бешеный. Сколько? Киловатт 25 всего летит. Ну, чтобы 165 было, 25 киловатт. Это по нашей рукой. Дядя, по нашей. Ну все, мы уезжаем, мы не будем покупать. Я вспоминаю, как ракета для меня вся планета. Темно-белая кассета, как от ты уже раздета. В темноте по силуэту, и мы вместе до рассвета. В темноте по силуэту, и мы вместе до рассвета. Я взлетал, как ракета, для меня вся планета. Темно-белая кассета, как от ты уже раздета. В темноте по силуэту, и мы вместе до рассвета. В темноте по силуэту, и мы вместе до рассвета. Залетаю я на вишне, как ты уже горишь. Мама знает, что не спишь, покажи тебе Париж. Но ты очень хороша, в комнате. Если в мире малый штат, да. Ребята в одном классе, возможно, сейчас будет зарубка какая-то. Вот это мне нравится. Все. О, как. Ребята, напоминаю, тут в одном классе 149 соток. Ну что, нравится все это соток. Ох, как рядышком-то, Стас! Стас, да вы ювелир! Ювелирный Стас, ювелирный Стас! Все, отлично! Как ощущение, да, хочешь спросить? Да. Охуенное. Не рассказываю, он обижается на меня постоянно. Но его машина разноцветная, так что не должен расстраиваться, правильно говорю? Я ее на капоче посажу, да. Фиат Безамер. Стас Бас, единственный в мире малыш Стас Бас. Его все любят в городе родном, и он катается и ночью, и днем. Но стоит эту тачку просто посмотреть, как можно оглохнуть и убежать. У вас сражение за какое место, знаете? За первое место, да? Вот они хитрецы, вот они все знают. Вот они какие. Тачек. Не-не, если у Стаса отвалился датчик, все, мы не делаем замер. Вообще отмена всего мероприятия. Готовы? Стас, поехали. Внимание на экран. Нельзя переваливать, еще раз. Ни хрена себе стартанули. Вы что, прям шутите? Мать? А куда так много-то? Стас, перевалился. Да. Я же говорю, нельзя переваливать. Ты как так? Что ты сделал? Рука дернулась? Не знаешь? 58,8. Скаканул уж больно сильно. Это выдохнул нам сидит. Ну все, открой дверь, а то сейчас там умрешь. Ну, Стас, жду тебя на следующем этапе. Пристреляйся получше. Я верю в тебя.
Я не молчу, когда я хочу. Я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, и порт звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да. Я не скажу в ответ ничего на эй. Я не скажу привет, если бабок нет. Слышу любимый звук, это звон монет. А не там, где не рок, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. И не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю, потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да, да. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю виды даже за деньги, да. Я подумаю, потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Еще погодь! Нет? О-о-о-о-о! Нагладили. Есть. Вот это нагладило на 150 лет. А можно мне так же погладить, а? Вот это да. А он такой еще, знаешь, он такой еще, ну я не знаю. Итак. Открываем и смотрим. Выигрывает. Не лопайся, не лопайся сегодня. Еще не выигрывает. Давай, проверить. Говорят, это работает. Рустам, Инстаграм, Галей73, номер телефона. Поехали. Обязательно. Ты ему прям напиши, типа, иди к сцене, забирай подарок. Мы вот так вот оставим. Да, видеорегистратор у нас уходит, все. Ну, смотрите, да, поаплодируем. Сейчас мы его дождемся. Ух ты, видеорегистратор шел. Тишина, расскажи, маляр, что у тебя стоит? 12, там 12, да, двенашек? 12 двенашек, 2 семерки на басуху и 3 трешки на фронт. А по питанию? По питанию 132, 270 донат. 132, это квадраты которые? Да, они, то есть, плоские, по 4 банки, заводы, запроверенные. А по генератору? 370, сишка. Сишка, сишка нормальный, конечно. Ну и что, стабильно сколько? Какой вес? Ну, максимум я видел 162. Да, пляжный рез! Пляжный рез, брат! Пляжный!
очень люблю, когда во время таких замеров стекляшки начинают превращаться в труху. Реально разваливается, как старенькое дерево. Выглядит очень классно. Стас Бас, ну ты че? Ты че меня смущаешь? Ой, звучит. Ой, вы. О, ладно. Всем привет. Так. А еще вот место, просто остальные проспекторы боятся. Место, где стоит датчик. Вот огромная просьба держать. Потому что она у него имеет свойство выпадать, отваливаться и вообще не любит держаться датчики. Так, Серег, готов? Стас, вас готов? Готов, Стас. И... поехали! Где ты, мой бродяга? Темной ночью при мне, что ты там придешь ко мне? Мы с тобой будем снова вместе. Ночью, ночью жду тебя, вечная любовь моя. Бродяга, я так люблю. И счастливый, довольный. Ну что, как ты и просил, сильно я не наваливал. Мне надо было просто чуть больше его показать на самом деле. Я даже игрался с ним, видел, у нас у него сначала было побольше, я такой, ну давай еще, да, чуть-чуть, блядь. И все, без вариантов, вообще без шансов. Так. Ну смысл там было держать, я мог бы держать и 160 там сидеть. Но смысла нету гробить, как бы было, систему. У нас, по сути, с ним заруба за третье место. Вроде как, если я не ошибаюсь. Там все остальные резы, там уже 162 и выше. Поэтому смысла не было там сидеть 160 держать. Все равно мне на них будет выезд. До броневиков далековато, ё-моё. Нормально, нормально, не переживайте вы, чего вы так переживаете? Можно я прошу сюда, то есть телефон стоит. Красные облака, вечер ударил в спину, я с тобой так легка, я с тобой красива. Бешено так в груди бьется сердце твое. Слышь, Ванёк, а нихера это трек валит-то так-то вообще жестко, да? Он просто вырывает волосы у девчонок его. Жестко, такое шоу устраивает вообще прям. Идем дальше, класс Ультимейт, третье место, Стас Бас! Стас Бас, третье, второе место. Микки Ф1, второе место. Ты уже тут. Кто идет? Саня первая. Я, короче, пока сюда поставлюсь, а вы еще идти. Да. Идем дальше. NHB, третье место. Стас Бас. Еще один кубок. Ребята, жестко, не зря я ехал.
Второе место. Спасибо. Чебаров Александр. О, тут уже другое, да? Я рад без рода. Так, сейчас, подожди, в очереди все, в очереди. Так, ходим к следующему награждению. Сюда, нахуй! Так, вот еще дипломчик. Решил, Бог любит Рейсбокс троицу, даже. Еще третий пойдем. Я решил всю мою парковку забрать, да? Да. Рейсбоксинг. Третий давай, класс. Давай, давай, давай. Ну, не третье сейчас, место. Сейчас, Зуев, Забадов, Альтер, ну, Кирилл. Надо, не надо третий. Ну, второе место. Ну, Стас Бас. На, держи. Да, все забрал, родной. Три кубка. И... Так, а где у нас Саня? Закань! Фронтам! Четвертый бы класс еще участвовал бы и четвертый бы забрал. Это того стоило, эти лобовые дурацкие, которые помирают на этом автомобиле. Просто посмотрите, сколько кубков. Идем дальше. Второй класс. Третье место. Третье место. Бабанов Денис! Который самый сложный был, я думаю, и... будет по истечению этого времени на всем протяжении всех этих этапов, потому что, ну, все-таки кубок Поволжья. И я стал бронзовым, какой бронзовый, серебряный вице-чемпион в классе. Второе место, второй класс. Дай это засовывай, Стас. То есть ты решил все забрать, да? Давай четвертый там класс, пятый, шестой. Не, а я это, я в трех только участвовал, в трех и забрал, родные. А куда все складываешь? Там и так перегруз лютый. Я не знаю. 6 кубков за 3 города. Так, идем, ну, да, дальше. Неплохо. Дым, стрит. У меня дома столько кубков. Все время. А тут мы с тобой за 3 города просто понабрали. Артур. Жестко. Сказать, что я рад, ничего не сказать. Дым, стрит, второе место. Это самый тяжелый этап. Все-таки кубок положи, как-никак. Тут самые жесткие ребята, которые могут быть в автозвуке, они здесь были. И хоть и пришлось вот считерить, да, и попасть вот не в свой класс, а в класс Анлин, в броневики, чтобы забрать эти кубки. Второе оно место того стоило. И первое место. Ой, опять ты? Ну да. Я еще не раз здесь буду.